И снова всем привет, ребят, так снимает и пишет камера телефона BlackView AV50+. Качество Full HD в 30 FPS, автофокус будет стабильно скакать, пока мы не остановимся, видите, и в стабильном ситуации, то все окей. Вот только ты движешься, то автофокус стабильно будет бегать. Вот смотрите, я к дереву встал, включился, и все окей. Только ты сдвигаешь, и начинается идти. Извините, спустилась температура и чуть-чуть в руках, с голыми руками и холодно конкретно. Всем спасибо, пока. Ребят, снова всем привет. Телефон BlackView A80+, чтобы увидели в качестве HD для Skype, я так думаю, и всего такого будет, но не для Инстаграма. Стабилизации, естественно, вы вот не увидите. У нас спустилась температура. В телефон держишь и холодно в руки до такой степени, что просто аут. Я специально включу, чтобы глянули, что у нас с динамическим диапазоном и с балансом белого. И всем полностью. Ну, знаете, для официальности сказал же все умные слова. Всем спасибо. Мир. И снова всем привет, ребят, так снимает и пишет камера в телефона BlackView A80+, именно в потемках, смотрю, по фокусу уже бегает, знаете, то же самое, что было и с простым, вот просто для спортивного интереса есть рука, и смотрите, и в любом случае, не, все окей, знаете, вот станете, в таком случае будет все нормально. Ребят, снова всем привет. Естественно, для спортивного интереса видео писано на селфи в камеру уже в темно. Потому что ночь по факту, просто чтобы глянули на качество вообще в картинке. Ну что вдруг все-таки кому-то интересно. Я говорил, что здесь камера слабоватая, но она здесь есть. Спасибо. Вот вам всем спасибо, мир. И снова всем привет, ребят. Вы на канале Языки с Китая. Мы испытываем телефон от компании BlackView, чтобы глянули, что у нас по фокусу. И идем. Агномика, и в целом, вы знаете, все классно, единственное, что автофокус стабильно. И снова всем привет, ребята, на канале Джеки с Китая. Мы испытываем телефон от компании BlackView A80+, чтобы вы глянули в картинку. Кстати, знаете, я не знаю, вот то, что вот я вживую вижу, оно мне кажется еще покруче, чем...